Сегодня будет очень интересный тест, интереснейшая тачка, которая без сопровождения полицейских нельзя покидать ангар. Мы едем в машине 8,5 тонн, 1000 крутящий момент, 380. Доброе утро, друзья. Сейчас 9 утра. Я стою у входа в гостишку. И делаю это один. Почему-то все проспали. Я не проспал, потому что сегодня будет очень интересный тест, интереснейшая тачка, которая без сопровождения полицейских нельзя покидать ангар на территорию Арабских Эмиратов. Интереснейшая тачка будет, поэтому ждите безумных кадров, острых словечек и супер красивых картинок. Связь. Я такое первый раз вижу. Я не понимаю, как это сделано. То ли это пленка какая-то нового типа. Но смотрится очень прикольно. Вживую очень прикольно смотрится. Сначала вообще подумал, что это карбон. Но это не карбон. Да, походу это пленка. Очень похоже. Турбо 857 сил. Очень круто смотрится. Прикольно, да? Необычно. Это пленка? Да, походу пленка, да. Да, да, точно, это пленка. Пацаны, ищем такую пленку. Для Роллса обязательно. Мне кажется, будет прикольно. Не знаю. И так он смотрится, и на солнце играет круто. Уже обычные все эти надоели цвета. Мне нравится. Будем снимать тест-драйв безумного автомобиля, который по техническим характеристикам должен просто умыть нашего тигра, которого я уже тестировал. Посмотрим, что нам покажет Инкас. Какой интересный кадр. Пацаны, еду на машине с 8,5 тонн, 1000 крутящий момент, 380 лошадей. На нейтралку поставь. Достаточно. Нет. А с места хочешь? Да. Ты уверен? Да, делай. 4. Назад полностью. Загорелось 4 ВД? Да, 4 ВД загорелось. Too fast, like where is my childhood? Lyrics.
lyrics legendary like I am Robin Hood. Flow is flowing good like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class study and I try to make good. I hear from the west but I'm not talking Clint Eastwood, yeah. I was thinking about these times, 2 a.m. in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine, third place took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare, try to talk one on one. My motherfuckers always in her fit. That's a watching down, looking at the fucking atmosphere. Gucci, 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 Gucci. Зашел на тачки посмотреть. Я сейчас сижу в новом фантоме. Кайфово они тут сделали, конечно, очень вообще. Очень круто. Звездное небо, ну как же без звездного неба. Очень круто. Вот это, конечно, мешает штуку посередине. Но кайф. Шестиколесный Мерседес, белый, черный, с расширительными. Вот такую машинку очень хотелось бы тестировать, причем в очень агрессивных условиях. Это Майбах Мерседес. Он тоже тут не один, их тут два или даже три. Сейчас я подойду, покажу поконкретней. Чувачок, ну-ка, брысь. Да, их два. И, соответственно, третий Мансари. Все в карбоне. Когда так много карбона, от него подташнивает уже, если честно. О, ландулеты. Да, да. 82 миллиона рублей. Да. Стоит один. Да. Ну, хоть одна нормальная машина, ребят. Вот она. Красавчик. Много рыжего, правда, переборщили они тут с рыжим. Много рыжего очень. Лиз! Рен! Рен! Стоп! Красавчик! Я, наверное, достал уже всех с этой машины. Я ее очень люблю. Всем любителям Хураканов, ребят, вот так вот выглядит новая панель приборов у Эва. Остальное, в принципе, не, ну, чуть-чуть они на руле добавили. Прикольно выглядит. Девятьсот восемнадцатый Спайдер Порш. И он не один, вот второй стоит, третий и четвертый. Надо выбрать, какого цвета нам нужен на тест-драйв, пацаны. Обязательно напишите мне. Ла Феррари, моя любовь. Вот она, девочка. Вот она сладкая. Ребята, я считаю эту машину вообще одну из самых красивых в мире. Посмотрите просто на нее. Какая девочка, а? Какой мальчик и какая девочка. Легендарный SVG. Машина коллекционная, машина быстрая, машина мощная. Вот она. Вот. Я знаю только одного жопошника, моего друга Витальку, который нам пока ее не дает. Он на ней где-то катается. Ну, будем ждать. Боевой McLaren P1. Гибридный. Не видно. Вот показываю, в принципе, тачки, которые очень хотелось бы получить на тест. Это просто McLaren P1. Такой салончик у него. Именно про эту машину Clarkson сказал, что это самая быстрая машина, на которой он когда-либо ездил. Очень интересно. Вот это все по кругу, это все стоп-сигнал. Прикиньте.